В Ульяновске подвели итоги третьего открытого городского конкурса «Малахитовая шкатулка. Источник вдохновения. 7 нот» среди учащихся школ искусств по классу фортепиано. Возраст участников от 6 до 15 лет. Возрастная группа достаточно большая. Все, мы обязательно отслеживаем по номинациям. Каждой группе возрастной выступают свои детки. Конкурс сегодняшний посвящен предстоящему международному конкурсу имени Петра Ильича Чайковского, который проводится в нашей стране. Тоже это самый уникальный конкурс в мире. По правилам конкурса начинающие музыканты должны были исполнить по два произведения. Классическое композиторов Роберта Шумана и Петра Чайковского, а также современное. Небольшие музыкальные пьески о жизни маленьких детей 26-летнего ульяновского композитора Антона Никонова. Вот радостное событие, я думаю, что и не только для меня, и вообще в историю города. Конкурс действительно может быть интересен тем, что он имеет чисто региональное краеведческое вот значение, потому что исполняется музыка местного коренного автора в синтезе уже с признанными композиторами. И вот эта связь поколений, она, конечно, действительно очень важна. Всего в творческом состязании участвовали 17 юных пианистов. Для меня музыка – это удовольствие, радость, счастье. Мне очень нравится то, что я играю на пианино. Мне нравится в этом конкурсе участвовать, потому что тут очень интересные произведения, и мне очень нравится их играть. Я выучила на этот конкурс фортепиашки, и мне она очень понравилась. Игра на фортепиано и музыка мне приносит удовольствие. Мне это нравится делать. Рената Алиулова, новости Ульяновской правды.